На улице Православной, недалеко от рекультивированной Адлерской свалки, образовалась новая. Гора мусора – это стихийный отвал строительных отходов – кирпич, бетон, пластик, плюс бытовой мусор. Школьники, активисты городского ученического совета решили, насколько это возможно, навести здесь порядок. Акции уже проходили в Сочи. Мы в центре убирали уже свалку, она была около жилого дома. Причем такая стихийная свалка, в основном бытовой мусор. Здесь же мы можем встретить строительный. Здесь кто-то выгружал строительный мусор. Как говорят школьники, мероприятие призвано показать жителям района важность заботы о родном городе. Своим примером активисты хотят привлечь внимание общественности к стихийным свалкам в Сочи. Следующий субботник школьники планируют провести здесь же, на улице Православной. По словам школьников, вверх по улице еще есть места, которые нуждаются в уборке.